Итак, уважаемые зрители, все готово к открытию турнира, к стартовому вбрасыванию. Команда Атланты Кидс против коллектива Драгуны. Команды 2016 года рождения. И сразу же с гола начинают Атланты Кидс. Браво. Даже несколько секунд им оказалось предостаточно для того, чтобы счет в этом матче открыть. Сейчас арбитр говорит, что можно и нужно подниматься. 5 минут и 20 секунд позади. Быстрая атака от команды Атланты Кидс. Выход 1 в 0. С неудобный бросок в дальний угол. Гол. Гол, гол, гол. Безделев отличается. Да, это именно Егор. Номер 11. И свою шайбу он также сегодня забрасывает. С неудобной руки в дальний угол. Все как по учебнику. Хороший момент, бросок. И гол. Под самую перекладину. Егор Безделев. Идеально бросает и, кажется, снимает вопросы о победителе этого матча. Петров контролирует шайбу, оставляет ее коллеги. Егор Безделев вновь раскатывается. Безделев номер 11 в атаке, уходит на противоходе. Бросок из-под защитника. Гол! Шикарнейший проход 11 номера. Атланты Кидс распечатывают ворота своего оппонента. В данном случае Родион Роксов защищает ворота. Черепасолин здорово здесь на противоходе ушел. И классный бросок. Счет становится